показываю телеграм-канал Бузовой. У нее совсем недавно было 808,5 тысячи подписчиков. Подписчиков было, подписчиков. Ну, которых они накрутили, боты, короче говоря. А сейчас 770,004. Короче, боты все драпают из телеграм-канала. Ольга Бузова никак не может в телеграм-канале набрать 1 000 000 подписчиков. Поэтому она продолжает печатать на площадке Инстаграм. Инстаграм и Фейсбук в России заблокировали, потому что они площадки компании Мета, а Мета признана в России экстремистской. А Бузова продолжает там печатать. А в конце года она еще будет получать от этой экстремистской компании гонорарчики. Вот так-то, Бузова. Подписывайтесь на мой канал, пишите.